270 кандасов переселятся в этом году в Акмолинскую область. В регионе увеличили квоту. Каждой семье предусмотрена финансовая поддержка, как единовременная, так и ежемесячная. Специалисты отмечают, что с каждым годом желающих вернуться на историческую родину становится больше. Так, более сотни граждан получили статус кандаса в прошлом году. В основном соотечественники приезжают в регион из Узбекистана, Китая, Туркменистана и Монголии. Также в прошлом году сюда переехали 66 семей этнических казахов из России. 22-м году на территорию Акмолинской области прибыло 35 наших соотечественников из Афганистана, кандасы, которые на сегодняшний день проживают. 28 человек получили вид на жительство, имеют постоянную регистрацию на территории Акмолинской области. И 7 человек уже приняты в гражданство Республики Казахстан. Осенью прибыли к нам 48 кандасов из Туркменистана. Семья Жиргау-Турганбайулы переехала из Монголии. Сейчас живут в селе Красный Яр. Говорят, что много лет мечтали вернуться на историческую родину, но долго не могли решиться. В Монголии Жиргау занимался общественной деятельностью, был депутатом местного маслихата. Здесь мы всей семьей решили развивать свой бизнес, получили хорошую поддержку от государства, открыли продуктовый магазин, приобрели скот. Потихоньку развиваемся. Кроме того, я активно участвую в общественной жизни села. Не жалею, что переехал, думаю, принял правильное решение.